На руднике Майкаин-Золото продолжается поиск спасателей, которые оказались под землей. Поисковые работы ведутся круглосуточно. С помощью специального устройства было определено местонахождение автобуса. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по дноуглублению перехода для работы спецтехники. Выведено 70 тысяч кубометров грунта и камней. Работают 142 человека и 49 единиц техники. Глава региона Саин Байханов провел совещание со специалистами. Отступ сделаем. Да, 4 метра, сделаем, да? Да, предохранительная берма. По количеству экскаваторов хватает. Вот эти три белаза под наш экскаватор достаточно. Мы сейчас идем с уклоном 150 промилле, это 9 градусов. Если там не плотно, есть пустота. То есть он на склоне лежит? Он же изначально был такой, он, видать, был вот так. Его засыпало. То есть, если бы изначально мы спустили даже сюда экскаватор, невозможно сюда подняться. Да, да, да. Поэтому его, скорее всего, надо будет когда как-то засыпать, да? Посчитать тут объем, чтобы нам не перепрыгнуть выше. Вот его подсыпало. Засыпает. Да, ну, диаметр увеличился. Да, да, да. То есть диаметр. Воронка была уже, да. А сейчас она шире. Хотя края смотрю те же. И что отрывал машина грек, и как машина резерв берет. Сумен как райнал сыздор. А если отрывал тот топоса, и там тут спумайдор. Если дойдет до суда, они же могут отслеживать. Вот он сейчас идет, мы посчитали, он одной тысячи. Как посчитали? Правильно? Да? Геологически, да? Да, да, да. Бердингезенде? Бердингезенде. И бести. И бести.